Какие вопросы вам чаще всего задают, и которые у вас вызывают раздражение? Потому что тысячный раз вас спрашивают о чем? Вот то, что меня спрашивают седьмой раз, у меня вызывает раздражение, неважно что. Но я же уже говорил, почему-то я думаю, что все мне должны внимать, как Слову Божью, все должны знать ответы мои на эти вопросы. А на самом деле, со временем меня уже ничего не вызывает раздражение. Мне иногда вызывает смех, это правда. Потому что кто-то считает, что я говорю, я не Песков, подождите, да, там я не путиновед, там я, ну вот, я не министр обороны, да. А вот это у меня вызывает, раньше вызывало раздражение, но я не должен говорить за президента или там за министра обороны или там за французского премьера. А сейчас у меня это вызывает смех, но если людям это интересно, давайте я скажу.